наконец-то боснийские каникулы начались. Начались они у нас еще вчера, просто получилось так, что с дороги ты чувствуешь себя, ну, невозможно без сил. Где-то сутки потребовались на то, чтобы отойти, и вот сегодня новый день, и наконец-то мы уже увидели город более подробно, потому что вчерашний вечер он принес только усталую прогулку после душа. Коты, коты. Коты дерутся, смотри. Это наш первый город в боснийском туре. Следующий будет Сараево, но до Сараева еще целых 3 дня, поэтому мы максимально наслаждаемся пребыванием здесь. Главная достопримечательность Мостара — это старый мост. Как бы это ни удивительно звучало, абсолютно логично, что в честь этого моста и был назван этот замечательный город. Во время гражданской войны в Боснии он был разрушен. Я помню, в интернете видела абсолютно жуткие, леденящие душу кадры, где он рушится и падает в воду. Это все произошло во время гражданской войны здесь. Долгое время этот мост стоял разрушенным, не было возможности перебраться с одного берега на другой. Мост решили восстановить. Восстановили его из тех же самых частей, которые когда-то лежали в воде, что удалось поднять. Вот, и сейчас он замечательный, новый, восстановленный уже. Радует толпы туристов, которые ходят. Война — это жутко страшная штука, потому что здесь каждое второе здание стоит разрушено. То есть все эти руины, они специально, видимо, не убирают, или на это финансирования нет. В общем, непонятно, в чем дело, но город в некоторых местах кажется жутко убогим. Но это, кстати, придает ему еще больше колорита, это его нисколько не портит. Кстати, заметил такую интересную тенденцию, что камни на мосту, их настолько уже натерли люди, что они очень скользкие. Я абсолютно не представляю, как здесь ходить в дождь. Потому что даже вот в солнечную сухую погоду ты, бывает, ходишь, и у тебя жутко скользят кроссовки. Toothbrush next to the kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway couch least for some time. You made up your mind and I'm torn apart. Still hope you would try to fix what is gone. Why can't we stay for the little things? Stay for the little things. Stay, fight for the little things. For every little reason we've got.
потом на водопад, да? Да. Ты же меня отвезешь на водопад? Нет, тебе нет. Я возьму какую-нибудь цыганку с собой. Да, солнце в городе сейчас максимально размазало, конечно. Из-за того, что город находится в таком котле, который окружает холмы, солнце нагрело, и, в общем, там сейчас вообще нечем дышать. Мы добрались до машины и поехали в очень интересное местечко. Его я нашла под тремя разными названиями, причем я думала, что это три разные места, пока не начала читать поподробнее. Первое — это Вре-Лабоснее, национальный парк. Второе — это убежище дервишей. И третье — это городок Благай. Вот. И в итоге сейчас у нас даже между собой путаница наступает, когда я говорю: поехали в убежище дервишей. А где он находится? А, городок Благай. Сложная история. Написано, что от Мастара он находится где-то в 10 километрах примерно. Это достаточно недалеко, но если учесть, что сам город расположен такими, знаете, слоями, то выбраться из города это всегда составляет большую проблему. Кстати, еще что нельзя было не заметить, въехав в Боснию, здесь очень много маков. Это удивительно, потому что в России, насколько я помню, их все еще в 90-е убрали, запретили. По-моему, даже на даче нельзя их выращивать. Я помню, у меня у отца на даче раньше росли они, и наркоманы всех выдергивали. Такие сиропчики у них тут. У меня ощущение, как будто мы приехали на дачу к моему отцу, где внезапно выросли горы. Маки везде. Это же маки, да? Я же не путаю ничего, правда? Красота. Я не знаю, может быть, это здесь священное растение, его нельзя трогать. Поэтому мне сейчас голову отрубят. Надь, есть запасная с собой? Мы взяли с собой весь дом. Гучку раздавили. Господи. Это тут все подавленные. Я наконец-то начинаю отходить потихоньку после нашей дороги, потому что оказалось, что практически сутки без сна — это очень сложно. Мне уже не 18 лет, где бессонные ночи воспринимались очень легко. И вчерашний день для меня прошел просто в каком-то коматозе. Вот. И сейчас, наконец-то, оказавшись на природе, ты чувствуешь себя немножко энергичнее, чем обычно. Смотри, какая река быстрая, обалдеть. Ты для того, чтобы вернуться, да? Или нужно заплатить утонувшему богу? О, саженцы. Ой, смотри, шкуры. А у вас не убитый медведь есть? Когда я смотрю на воду, начинает кружиться голова. И дикий страх потерять очки. Почему-то всегда. Эй, это мой цветочек был. Смотри, как красиво. Да, красиво. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. Понятно. Да потому что весна, все тает. А, затопленные рестораны. Заботливо тащить микроволновку. Вход в ресторан. Thank you.
очень интересно. Написано было, что здесь можно снять лодку с экскурсоводом, чтобы заплыть в пещеру, но с таким потоком воды я не представляю, что там должна быть за лодка. О боже, пахнет шашлыком. Сколько стоит? 5. Так, это сувенирник, я так понимаю. Что у меня некое предчувствие, что мы здесь одни. Потому что никого больше не видно. А вообще работает эта история или нет? Там, кстати, в дом можно было войти. Мне там одеваться надо. Почему? Написано женщине надеть платок. И, по-моему, еще что-то типа юбки. Так, написано, что при входе в Экию нужно Мы просто были там одни, вообще, ни толпы, ничего. И мне кажется, в этих комнатах гулял ветер, и колорит ты поймала. Здесь я вообще сомневаюсь, что возможно поймать какой-то колорит, когда вот так вот ты двигаешься в такой плотной толпе. Мы сидели вон там, вон сбоку, где утки. Да, вижу. И под нами была вода прямо. Да, и вот этот вот водопад, он казался воронкой. Пещера была вообще видна, только маленький краешек сверху. А сейчас здесь полноценная дыра. Вот, да, конечно, прозрачнейшая. В общем, мы добрались до лодки, и сейчас то, что нам весной не удалось сделать, решили сейчас это осуществить. Вот.
Сколько это стоит? 2 евро на человека. Да. Поэтому 10 минут обещают быть увлекательными. What's your name? Sally. Nice name. How are you? Margarita. Oh. Nice name. Сейчас зашли в маленькую кофейню, которая находится в этом же городке. Мы когда спускались вниз, я просто не могла пройти мимо нее. Нас ждет маленькое наслаждение. Кофе национальное, боснийское. Yes, старая куча. Старина. После, может? Может. Я кайфую от подачи. Мне так нравится вот эта композиция, когда у тебя идет вместе с туркой. Bosnian culture, for example, Austro-Hungarian, motif Illyrian, inside Italian mirror. And people come here and speak Turks house, not Turks, Bosnian house. Mm-hmm. For one bat, one person. You enter inside, you can wash. You eat in this position, you block the stomach. One third of your stomach stayed free. Can we set it free? The feeling that we feel, set aside everything. Let it still be real. Окей, друзья, вот так вот важно общаться с людьми. Мы зашли выпить кофе в кафешку, которая мне понравилась чисто визуально, и здесь встретили парнишку, у которого, оказывается, здесь дом-музей, который он собственноручно восстановил и сделал нам маленькую экскурсию. Это было очень интересно.